Балаковский муниципальный район и администрация в этом году ввели, или, так сказать, перевели из федеральной собственности в муниципальную причальную стенку на новой пристани. Буквально в прошлый понедельник сам лично был в Казани для того, чтобы пассажирские пароходы со следующего года могли причаливать к данной причальной стенке и туристы путешествовать по нашему городу. Не со всеми компаниями удалось договориться, потому что у многих планы уже были сверстаны еще в начале этого года, но тем не менее ряд исторических компаний мы смогли убедить, они сказали однозначно, первые корабли уже в мае месяце мы будем к вам направлять. Мы на это очень серьезно надеемся и рассматриваем возможность еще и восстановления причальной стенки стороны 6-го микрорайона, которая тоже исторически была как пассажирская. На данный момент она находится в федеральной собственности, мы ведем переговоры с Росимуществом, и даже если не получится ее перевести в муниципальную собственность, самое главное, ее необходимо восстановить для пассажирских перевозок.